Успей подписаться на канал и поставить лайк за 3 секунды, пока злой сиреноголовый не сломал дверь. 1, 2, 3. Хей, всем привет, с вами Нубастер, а это Бананоголовый. И мы отправляемся с моим чувачком-грузовичком, знаете куда? Знаете куда? К подписчикам, которые написали самые дурацкие комментарии. Те, кто написал плохие комментарии, типа... Ой-ой-ой-ой-ой! Вау! Вот это да! Вот это да! Плохо получилось. Стой, дружище! Стой, меня подожди! Мы должны же ехать к чувакам, которые написали комментарии, что они не верят в сиреноголовых. Ну куда ж ты, приятель? Давайте быстрее его догоним. У нас важная миссия. Мы должны, значит, нарушителей на Ютубе, которые написали комментарии, что они не верят в сиреноголовых, мы должны их наказывать. Он с тем чувачком-грузовичком. Во, все, выговорил. Все, гоним просто к нему. Ну все, он от нас уже не уедет. Вот он. Вот он, приятель. Или он меня уже забыл? Ой. Я думал, ты мне друг. Ты что? Да ты еще и старый. Да, отстань от меня. Да я сейчас тебя тачку угоню за такие дела. Ну как хочешь, я ж тебе говорил. А ты что натворил? Вот и все, работу потерял. Ладно, поедем тогда без него, на вот этом просто пуленепробиваемом автомобиле. Нас ни одни копы не остановят. Ну так, ребята, кто? Давайте будем выяснять, кто написал хороший комментарий к видосику, что он верит в сиреноголовых. Вы тоже будете в этом видосике, но чуть попозже. Если ты поставил лайк и подписался на канал и написал комментарий, что, допустим, я не верю в сиреноголовых, то ты оказываешься в ролике автоматически. Сейчас Бананоголовый как раз-таки к тебе и едет, ребята. Да, мы едем к нарушителям. Так, кто же сегодня у нас нарушил закон? Закон сиреноголовых. Он написал оскорбление, что он не верит в сиреноголовых. Да как вы могли? Ох, вы такие. Ну все, мы едем, короче, едем. Так, кто же сегодня у нас будет? Мальчик или девочка? Девочка или мальчик? Так, сможем ли мы здесь проехать? Ну-ка. О! Я ж испугался. Где я? Как я... Ничего себе, как я отсюда выбрался? Вот это да! Ладно, пора сменить транспортное средство, потому что эти нарушители живут очень далеко. Чувак, я полиция. Полиция сиреноголовых. Мне нужен ваш автомобиль, чтобы наказать нарушителей. Спасибо. Ой, смотрите, какая машина смешная, ребят. Ну-ка. Не-не-не-не-не-не. Стой. Мне нужна твоя тачка. Да стой. Стой. Все, сейчас. Мы обмениваемся с тобой машинами. Смотри, какую я тебе дал тачку. А у тебя... Ну, она просто мне понравилась, так что... Да ты не туда побежал, вон там машина. Ладно, она нас не поняла. В общем, мне нравится на вот этой машине больше ездить, потому что здесь, видите, крыша открыта. Я дышу, бананчики дышат. Все отлично. Так. Что? Это я должен был напугаться, а не вы. Я напугался, кстати. Да, все. Так, первый чувак где-то здесь живет. Я не взял с собой карту, но сейчас я его дом узнаю. Вот он. Останавливаемся. Все, мы приехали к первому нарушителю. Он здесь живет, вот здесь, вот в этом доме, где лестницы. Он, значит, написал комментарий, что сиреноголовых не существует. Он говорит, ты ко мне попасть не сможешь в дом, потому что там нет входа, лестницы, типа, все закрыто. Вот, смотрите, здесь все закрыто, и правда. Так, здесь лестницы нету, то есть я никак не допрыгну. Но он одного он не знал. Что я могу вот так? Вот так могу! А, и он сказал, я обычно на спортплощадке бываю. То есть он качок. Ну ладно, пускай я сиреноголовый, худенький, и мышц у меня почти нет. Сейчас посмотрим, кто кого. Ты качался там так долго. Посмотрим, пригодится тебе это или нет.
склеить в драке. Нужно другое. Кто из них кто? Ты? Ты писал комментарий, что сиреноголовок не существует, а? Эй! Ой! Смотрите, против меня все качки этого спортзала. Ну сейчас проверим, кто кого. Каратист! Я каратист! Что, все? Струсили, да? Они оббегают, походу. Смотрите, что сейчас будет прикол. Смотрите, они такие оббегают, а я вот так делаю, смотрите. Оп! Что, ну давай? Сюда сможешь пройти? Что такое? Что, ну давай? Его там кто-то невидимка его бьет, смотрите. Какие же они глупые. Все в мышцы ушло, видимо. О, я таких глупых людей не видел. Это что, вы что? Так и будете бегать туда-сюда. Ой, какие же глупые. Ну пока. Это не он, кстати, был. Нет, не тот чувак. Это какие-то дядьки. Там-то мальчик маленький. Так, ну он здесь живет. Вот, третий этаж. Получается, мы сейчас на первом этаже. Вот первый этаж, вот второй, вот третий. Ага. Его окно вон. Да, вот он сказал, что вот это. Окей. Берем. И наказываем. На. О, у него его дома нету. Он в школе. Но когда он придет, он уже увидит с улицы, что у него дом-то весь. Вон какой. Все, запоганили ему стену. Будешь теперь знать, как писать комментарии, что сиреноголовых не существует. Теперь кто написал... Ой, копы едут. Теперь, кто написал комментарий, что сиреноголовые существуют, вам я подарочек. Ой, да, подарочек вам оставлю. Сейчас, мы сначала придумаем, какой подарочек вам. За мной коп, ребята. Чё, кольцо проколол? Нет, думал, что колесо проколол. В общем так, за мной копы, а мы по пути должны заехать к чувакам, которые написали отличный комментарий. Что, тупик, что ли? В тупик заехал. Нет, все. Это будет отлично. Вау. Мы будем вот так вот обижать, и копы нас не заметят. Так, копы. Копы нас все равно заметили. Ладно, ничего. У меня это супер тачка. Она везде проедет. Ребята, сначала я должен объехать всех копов и от них уехать. Так что дайте мне немножечко времени. А чуваки, которые писали крутой комментарий к видосику, те тоже. Подождите немножечко, сейчас мне нужно от копов уехать. Потому что если я не уеду от копов, мне не получится вам найти подарок. Сейчас я вам какой-нибудь подарок. Видите, копы мне мешают. Вообще жить. Так, с ветерком. Так, как же мне от копов? Я знаю. Вот, мотик возьму. На нем-то я смогу от копов. Быстрее. Да отстань ты от меня. Да, правильно, уезжай, все. Вау. Что, колесо прокололи? Ну, копы. Копы, что вы наделали? Что такое? Копы мне не дают жить нормально. Потому что гонщик нелегальный. Копы, отстаньте от меня. Ну все, сейчас. Благодаря суперскрипту. И первым делом нужно отвязаться от копов. Так, быстрее. Все. Копы от меня отстали. Теперь мне нужно подчинить тачку. О, все. Все в норме. Сразу все дела решил. Слышали? Кто-то мяукнул. Кто сказал мяу? О, вот кто сказал мяу. Киса, иди сюда. Киса. Не догнать. Я так могу мотик потерять. Так, где же мой мотик?
Я мотик потерял из этой кошки. Мотик. Ребята. Кошмар. И где мне теперь этот мотик найти в кустах? Куда мотик-то пропал? Вот он. Я уже думал, мотик потерял за миллион долларов. Так, что у нас умеет сиреноголовый? Он может вот так, смотрите, на дыбы встать. Воу! Могу вот так сделать. У-ху! Ой! Ой, не... Подождите, мы вообще туда поехали? А ну да, в той стороне живут чуваки, которым нужно отблагодарить. Им нужно, значит, подарить что-то. Я предлагаю им подарить вот как раз-таки такой мотик. Чтобы скоротить времечко, я заеду прям в гору. Через гору поедем. Чтобы... У меня потому что транспортное средство, мега-супер-транспортное средство. И поэтому я могу себе позволить просто в гору заехать. И эти чуваки живут за горой. Да, ребят, и хоть... Это кто? Это зайчик. Я думал, это та самая кошка. Думал, ничего себе, как она это... Уже убежала. Так, 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 не туда поехали. Вот прямо. Едем прямо. Короче, ребята, кто писал хороший комментарий к видосику, то вы сейчас знаете, что я направляюсь именно к вам. Кто написал хороший комментарий, ребята? Отзовитесь скорее, чтобы я понял, кому я еду. И главное, чтобы удачно приехать, а то смотрите, какие опасные горы, ребят. Если я не доеду, сори. Если я к вам не доеду, то вы сами все видите, сами все понимаете. Если что случится, ребят, я не виноват. Немножко коленку зашиб, но ничего страшного. Все, нормально. Не как в прошлый раз упали. Так, давайте берем мотик и едем, короче, гоним, просто гоним. Гоним к чувакам, которые написали комментарии. Так, ребята. Почему? Где? Так, я не знаю, кстати, где они живут. Сказали, что нужно заехать в гору, а потом прямо по дороге. Ну вот, мы едем прямо по дороге. Окей. Будем следовать этому плану. Прямо по дороге едем. Обалдеть, как круто! Лето на улице! В школу мне ходить не надо! Летние каникулы! Банановый! С ветерком! Едет! Просто у него важная миссия. Обалдеть, ребят, это просто прекрасно. Просто прекрасно. Да, лето, я мечтаю о лете. Я бы хотел лето, чтобы наступило оно поскорей. Ах, ну еще придется долго ждать целую весну. Ну, весна тоже неплохо. Все растает, все мокро, короче. Но, если честно, не очень. Что-то я переборщил, сказав, что весна тоже неплохо. Нет. Я хочу сразу лето, ребята, лето! Ну о чем это я? Я потерял свою мысль. В общем, так, дорога просто не кончается. Мне сказали, что нужно ехать прямо по дороге. Прямо по дороге я еду, но я не понимаю, когда я уже приеду. Где дом-то, чуваков? О, я уже не следую графику. Вот, прямо по дороге едем. Все, опять мы едем прямо по дороге. Что-то вообще ни одного дома не вижу. Где дома? Может, мальчики или девочки эти в кустах живут? Чуваки, вы, походу, меня троллите. Обманули меня, походу. Где ваши дома-то? Ну, если вы так будете себя вести и писать так, что я живу прямо по дороге, мне придется весь ролик вам ехать, ребята. Обалдеть, обалдеть, ни одного дома, это какой-то троллинг. Тролль от подписчика, тролль от Нубастера, где дома? Хотя, может, это и не тролль, вон какие-то дома, смотрите, здесь начались. О, наконец-таки-то я приехал, вот начались дома. Так, первый дом. Вот он. Фух. Вот дом чувака. Ван, чувак, вижу, что ты... У тебя неплохой дом, у тебя, походу, нет машины. У тебя есть гараж, но нет тачки, да?
Ну ладно, я тебе оставляю вот такой мотик. Спасибо, что написал хороший комментарий к моему видосику. Это тебе будет подарком от меня. Вот такой вот быстрый мотоцикл. Ты сам видел видосики, как он быстро гоняет. Так что наслаждайся, наслаждайся и гоняй. А я разберусь, я сейчас другую просто тачку угоню какую-нибудь. Например, вот эти тачки медленные. Вау, вон тачка. Вау, ребят, смотрите, какая тачка. Вау. Вот эту тачку я подарю следующему мальчику, который прямо сейчас напишет комментарий. Крутой. Смотри, чувак, вот это, у тебя тачка будет на лето. Смотри. Вау, вот это да. Вау, ну это, конечно, для девочки больше розовый цвет, но для мальчика тоже модно, стильно. Ой, не на ту кнопку нажал. Тачка сейчас... Вы видели? Ну, тачку зато не помял. Тачка крепкая, смотрите, у нее даже ничего не разбилось. Это что такое тут? Вообще. Я на этой тачке всегда буду гонять. Я даже ее дарить никому не хочу. Но ради вас я подарю. Если вы сейчас напишите хороший комментарий к видосику, я ради вас подарю эту тачку. Ребята, это просто бомба. В ней вообще удобно сидеть, смотрите. Сейчас прорекламирую вам машину. Мне удобно сидеть. Смотрите, когда врезается, ничего не происходит. Это стекло не вываливается, не трескается. Крепко, короче. А если нам ее еще прокачать, если мы гараж найдем? Ну все, ребят, напишите прямо сейчас комментарий к моему видосику, чтобы показаться в новом видосике. А с вами был Нубастер. Нет пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Сколько у меня голов, читай. Я ленив, так что сам давай. Да вот все хотят кушать, никому не хотят слушать. Голубы что делать не знают, и поэтому убегают. Я считаю до 20, поставь лайк или беги. Я многоголовый. Я на все готовый. Я многоголовый. Я на все готовый. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы.